Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала «Элитный лагерь». Но перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. Я бы хотела вас спросить, как вам поворот прошлой серии. Если просто в шоке вы, то обязательно пишите, поделитесь, мне очень будет интересно. Ну, а мы начинаем, всем приятного просмотра! Какой разговор? В общем, Кэнди... Ну, точнее, какая Кэнди? Мне Саня сказал, что он ему нравится Кэнди. Но он же говорил на вечере знакомства, что он любит кого-то из лагеря. Ну, это, понятное дело, не Ева. Чего? Вообще-то она мне нравится. Ого, какие подробности открываются. Он вроде говорил, что вожатую любит. Нет, это стоп, он не говорил. Да и как я могу ему нравиться. Что ты хотел? Поговорить о Еве? Я ей 100 раз говорила, что ты неинтересна ей. Господи, ну ты меня понял. Я не про это. Короче, я сказал Лисе, что ты мне нравишься. Чё? Подожди, ты... В каком смысле ты это сказал? Она знает, что мне нравится кто-то из лагеря. Это не Ева. Ну, я сказал, что это ты, потому что, чтобы она не подумала на себя. Она тебе нравится. Молчи. Все, типа мы с тобой поговорили. Ага, не мечтай. Ну чё? Да нафиг он мне сдался? Понятно. Пойдем. О чем разговаривали? Да ни о чем. Ну, что поговорили? Я так поняла, у тебя шансов с ней нет. Не очень-то и хотелось. Правда? Правда. Да больно надо за ней гоняться. Как же так? Ты упустишь любовь всей моей своей жизни? Помолчи, бесишь. Ну как же так, Саня? Ева... Чего? Пошли прогуляемся. Настроения нет. А чего случилось? Лиса что-то сказала. Тебе какая разница? Ты пойдешь? Да, пошли. О, спасибо, что обнял. Чё? Тебе биполярка? Чё, какая биполярка? И что это сейчас было? Он тебя пытается вывести на ревность. Это видно. Думаешь? Хотя, что вам думать, вы мелкие? Мелкие, но не тупые. Что происходит? Саня, можно тебя на разговор? По работе. Ты иди. Да, хорошо, тебя буду там ждать. Это что такое? Чё? Мне Ева уже с самого утра говорит, чтобы мы с ней прогулялись. Мне нельзя с ней гулять? Можно, но... Ну вот и все. Стоять! Я не договорила! Не забывай, я могу тебя уволить и быстро найти тебе замену. Понял. Это что такое? Пеш Лиса нравится. Вывести на ревность хочу. О, с ней шутки такие плохи. Если у нее есть хоть каплю чувств к тебе, то это плохо скажется. Попомни мои слова. Да уже без разницы. Такой красивый закат, правда? Ага, очень красивый. Чего ты так решил согласиться? Да, просто решил посмотреть на закат. Одному скучно, вот с тобой решил. А почему Лисе не предложил? Лиса, ты о чем? Поняла. А, стой, Лиса, ты куда? Рабочий день вроде не закончился еще. В смысле, уже скоро как бы солнце вообще сядет. Я их заранее уложила спать. Тебе туда не надо. Почему? Я в домик хочу.
Ты Саню будешь ждать, получается, да? Ну, получается, да. Или сама лодку буду управлять. Что-нибудь не так? Не надо туда идти, пожалуйста. Посиди со мной, поговори с сестрой. Помоги по работе. Да что происходит? Впусти! Пожалуйста. Пропусти. Ты такой милый. Ты тоже милая. Я тебя поняла. Все нормально, все хорошо. Я на диване, наверное, посплю. Можно? Можно. Саня, иди-ка сюда. Сейчас, погоди. Меня поцеловал в щеку. Но перед тем, как мы продолжим, я бы хотела попросить зрителей, которые смотрят меня с России, смотреть меня с включенным VPN, тем самым поддержать меня и чтобы мой канал развивался. Я никого не заставляю, но было бы очень приятно мне и развитию моему каналу. Вот. Если вы все-таки включите VPN, то я буду вам очень благодарна. Все, не отвлекаю. Ну что сказать, поздравляю. Тебя Лиса видела. Чё? Почему ты её не задержала? Хотя, я этого и добивалась. Теперь извиняться надо. Она просто так со словами тебя не простит. Она с тобой неделю или даже месяц разговаривать не будет. Поверь мне, даже когда лагерь закончится, она будет это помнить. Всё настолько серьёзно? Я же ей не интересен. Тупой ты. Да сама такая! По факту говорю. Ладно, у вас уже скоро отбой. Но ты же мой вожатый. Мог мне сделать исключение? Нет, я спать уже хочу. Сегодня такой день сложный был. Ну ладно, я могу с тобой побыть. Расслабить. Поболтать. Нет. Ладно, ладно. Спокойной ночи. Чё-то ты засиделась. У меня наконец-то всё налаживается. Стой. Влада, чего тебе? А где Лиса? Она на диване спит. Мне, кстати, пора уже ехать. Давай, спокойной ночи. Подожди, а что она там делает? Спит. Прям всё настолько серьёзно? Я же говорю, ты тупой. Я, походу, налажал. Так. Надо завтра обдумать. Я надеюсь, она сейчас спит. Господи! А он что здесь делает? Доброе утро, Лис. Спокойной ночи. Ну, Лис, подожди, не... Да... Так, детишки, пойдемте на разминку. А мы уже размялись с Владой. Да? Тогда идите на завтрак. Мы уже позавтракали. Время 11 часов. Ого, уже? Ну и нафиг ты это сделала? Зачем ты дверь закрыла? Я ж попросил подождать. Ой, прости, не услышала. Спасибо. Так, я пошел этих своих на зарядку. Уже 11 часов. Какая зарядка? Они уже поели. А, да? Ну ладно. Что делать тогда? Мне скучно. Ну иди побеси их, раз тебе так скучно. Так, мое вывождение на ревность прошло неудачным. Надо ехать извиняться. Тоже мне. Сначала зажимался с какой-то Евой, теперь просит его подождать. Нашелся мне тут. Так, ну вот он сидит, причитает. Лиса, что тебе надо? Я это...
хотел извиниться за вчера. Мне Влада сказала, что ты увидела. Что я увидела? Я ничего не видела. А, ну, ладно, это просто тебе. Ты же любишь такие. Ну, мне Влада так сказала. Спасибо. Надо их поставить в воду. Ты зачем цветы утопила? Ну, я же сказала, их надо поставить в воду. Ну, это единственная вода, которая бы была поблизости. Ладно, понятно. Принял, понял, обработал. Думает, одними цветочками отвяжется. Ага, конечно, до конца жизни его не прощу. Лиса, короче, раз тебе цветы не понравились, я подумал... Уже извиниться по-масштабному. Мне Влада сказала, что ты просто так меня не простишь. Поэтому держи тебе телефон и колечко. Мне кажется, оно очень будет красиво смотреться на твоем пальце. Конечно, еще с моей фамилией будет очень красиво смотреться, но не будем заглядывать в будущее. Ты еще и шутишь сейчас. Спасибо, конечно, за телефон и за кольцо. Кольцо очень красивое. И за телефон тоже спасибо. Но не думаю, что я... За один день тебя так прощу. Я еще похожу, подумаю, поигнорю. Я понял. Стоп, ребятки. Простите, пожалуйста, что отвлекаю вас от сериала, но я бы хотела прорекламировать свой телеграм-канал. Вас уже там 800. Я бы хотела, чтобы вы меня поддержали, так как до конца лета я хочу 1000 подписчиков. Мне было бы очень приятно. Вот здесь вот будет подсказочка. Где-то, получается, в правом верхнем углу. Мне очень будет приятно, если вы подпишетесь там. Я рассказываю о себе что-то, выкладываю всякие видео красивые. Вот, и вообще все такое. Поэтому переходите. Все, не буду отвлекать. А ты правда все видела? Да. Ну, что видела? Я видела, как ты обжимался с Евой. Я могу все объяснить. Очередные отмазки парней? Нет, ну реально объективная причина. Ну, рассказывай. Ну, короче, если кратко, я хотел побесить тебя. То есть, ну, чтоб ты побесилась. Понятно. Сделал так, что я обиделась на год. На год? На месяц. Максимум. А минимум какой? А, ты это потом узнаешь. Отвезешь меня в комнату? Да, конечно. Цветы-то хоть заберешь? Пускай в воде. Им же нужно, их же нужно поставить в воду. Вот они в воде. Отвези обратно теперь. Окей. Ага, спасибо. Так, что-то мне поднадоело такое отношение. Я, конечно, бываю местами груб, но не настолько. Ну, как обычно, девушки влюбляются в пофигистов, поэтому будем делать, что я остыл к ней. Посмотрим, как она себя поведет. Ты идешь, нет? Иду. А ты меня ждешь? Ага, размечтался. Я и не мечтал. Вот и не мечтай. Тебе куда, на третий? А куда еще? Так, ребятки, чем занимаетесь? Кстати, у меня для вас нашлось развлечение. Не хотите посмотреть мультик? Да, хотим. Тогда пойдемте. Так, рассаживайтесь все. Угу. Димон, я сяду с тобой. Я же тебя бешу. Бесишь и что? Лейла, ты не против, если я сяду с тобой? Не против. Так, сейчас я вам включу мультик, будете смотреть. Когда он выключится, тогда скажете. Сейчас надо только найти. Ну все, пускай будет. О, привет, Лис. Привет, Кэнди. Ну что, как поговорила с Остином? Все хорошо, пообщались, узнали друг друга. Он милый. Ну, я рада. А как тебе Саня? Не хочешь приглядеться к нему? Если бы ты знала правду, ты бы удивилась.
Какую правду? Никакую. Я не тебя спрашивала. Да, но речь же идет про меня. Поэтому я могу вмешаться. Или ты против? Я не против, но... Ну тогда не влезай. Чё это с ним? Обиделся на тебя, как и ты на него. Я на него не обижалась. Он зажимался с Евой. Что? А ты чё, не знала? Что? Ева! Извините, дети. Где Ева? Тут я. Чё ты орёшь? Это чё было? Что? С какого перепуга ты вечером обжималась с Саней? Что я пропустила, почему ты мне не рассказала? А, да, ну помнишь, я ему все утро прожужжала, что я хочу с ним на набережной. Вот он согласился. Ты же понимаешь, что он это... чтобы вывести на ревность Лису? Нет, не понимаю. Я ему понравилась в общении. Мы с ним болтали, смеялись. Да, но только когда пришла Лиса, вы еще больше смеялись, потому что ты это заметила. И не надо мне врать, пожалуйста. Ты прекрасно понимаешь, что это надо делать назло Лисе. Не усугубляй ситуацию. Я что хочу, то и делаю. Я добьюсь своего, я тебе говорю это уже много раз. Ну, как знаешь, спасать я тебя не буду. А я и не просила меня спасать, и не прошу, и не буду просить меня спасать. Зачем ты мне нужна? А, так? Ну, тогда мне комфортнее общаться с Остином, чем с тобой. Прости. Лиса, привет. Ты не против сегодня закат встретить? Нет, не против. А ты приглашаешь? Ну да, можно встретить либо на первом этаже, ну, на улице, либо здесь. Давай на первом этаже на пляже. Тогда, когда будет закат, позовешь меня. Ну, в принципе, я здесь. Да, хорошо, тогда до встречи. Стоять! Чё было? А я перед тобой отчитываться должен? Вообще-то да, я твой вожатый, и ты должен мне отчитываться. Ну... Если кратко, то Лиса согласилась со мной сегодня встретить закат. Чего? Чего? Дай пройти. Я тебе не мешаю проходить. Я надеюсь, сегодня встречу закат с Микки. Так весело будет. Удачи встретить. Ну, что с ним? Странный он. О, Лис, привет. Привет. Как разговор с Кэнди прошел? Отлично. Ну, я рада, что у вас хоть что-то наладится. А у вас с Аней все плохо? Ну, если мягко говоря, то да. Понятно, я думал... Я думал, он тебе безразличен. Ну... Не знаю. Я пока не определилась. Он вроде красивый, добрый. Извиняться умеет. Но пока что не готова. Ну ты смотри, упустишь свое счастье, Ева его заберет. Я тебя уверяю. Подсыпет ему что-нибудь. Он наговорит ей что-нибудь. Думаешь? Я не думаю, я уверен. Поэтому хватай свой лакомый кусочек. Ну по сути он же мне нравится... Можно как-нибудь наладить общение? Попробуй. Спасибо. Бро, прикинь, со мной Лиса согласилась закат встретить. Йоу! Вот видишь, Лиса с Микки закат встречает, а я буду с Саней рассветы встречать. Фу, мне тебе противно. Кэнди, может быть, сегодня покушаем вместе? Как бы это странно ни звучало. Ну, а чё, можно. Ты, кстати, милый. Мне очень... Ты мне нравишься, именно как друг. Ну, я рад, мне приятно слышать.
И на таком моменте я бы хотела закончить эту серию. Если она вам понравится, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые серии. Тут столько экшена произошло, меня Соня и Диана просто убьют, приветик. Поэтому сразу меня простите, не убивайте, там такой сюжет. Все будет хорошо, я вам клянусь, что будет хороший конец. Так что всем удачи, всем пока-пока!